Вот сделала сегодня приобретение для кемпинга. На самом деле я последнее время увлеклась темой выживания. Дай бог, чтобы нам не пришлось этого делать. Поняла, что я совершенно не умею пользоваться всякими газовыми горелками, потому что было кому включать. В общем, решила себе приобрести личный комплект. Camp and Go. Такая вот горелка. Одной рукой немножко неудобно доставать. Совершенно не представляю, как ее пользоваться. Смотрела сегодня на YouTube. Ага. В общем, сюда куда-то газ подключается. Наверное, сейчас меня с ней будут смеяться. Баллон газ надо отдельно покупать. Так, это я у продавца спросила в магазине. Баллонов у них не было. Сказал, на автозаправках. Ладно, с этим мы разберемся потом. Вот инструкция есть. Очень хорошо. Чего тут еще? Ну, это чашечки, баночки, которые мне, в принципе, не нужны. Но они прилагались. Ага, идут спички даже, я не знала. Ложка. В общем, набор туриста. Такая штучка у меня есть. Будет новая. Мне сумочка нравится. О, господи, застряла в кульке. Так, это все обычное. Да, это что такое? Рюмки. Ой, будете смеяться, да. Это, конечно, весело. Только рюмок мне не хватало. В общем, надо еще купить всякие поджигатели. Таблетки сухие. Смотрела сегодня на YouTube. Они очень быстро горят. Я ими пользовалась всего один раз. Так, вот такая вот сумка. Солдатская. Так, все. Сейчас буду с печкой разбираться. Читать инструкцию.